Программа телеканала «Продвижение. Лица» с Татьяной Шкириной вышла в финал самой престижной премии в области телеискусства «ТЭФИ Регион 2016». Программа может стать лучшей в номинации «Интервьюер». Героем выпуска стал мэр Риги Нил Ушаков. Он рассказал не только о своей политической жизни, но и немного поведал о личном. Нашими конкурентами стали работы тележурналистов из Екатеринбурга и Пензы. На 15-й всероссийский телевизионный конкурс было подано рекордное количество заявок – 545. Обладатели бронзового «Орфея» станут известны 24 ноября в Уфе.